Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Наталі Ігнатенко. Глядіть у гэтым выпуску. Вымушаная посадка. З-за ветру у Мазырскім районе экстренно сел звышлёгкий самолет. В образ часу телерадиокомпания «Гомель» стала лауреатом другого фестивалю региональных телекомпаний Беларуси и России. Супрать пожарная граффити. Супрацовники МНС пропоновали незвычайный способ социальной рекламы. А зараз об гэтым іншым больш падрабязна. Звышлёгкий самолет здійснив вымушенную посадку у Мазырскім районе. По информации, размещенной на официальном сайте МНС, 17 вересня, прикладно у 10 годин раницы, вратавальникам Мазырского района поступило поведомление, что у лясным массиве каля поселка Сосновы, як меркуется, звалился самолет. Коли подразделение прибыли до места выклику, высветлилось, что самолет БКАС подчас полету над Боковским лясництвом здійснив вымушенную посадку за рыской змены напрямку ветру. По словах 49-годового пилота, при полете на вышине 15 метров от крон дрэў им было принято решение здійснить аварийную посадку за умоў надворья. На борте, кроме его, находился пассажир. Абодва не потерпели. Медицинская допомога не спотребилась. Звышлёгкий самолет ажыццяўляў поветренные работы по опрыскванні лясов от шкодных насекомых. У выніку вымушенной посадки самолет атрымаў незначное пошкоджение фюзеляжа и крылов. Зараз вядуцца работы по высветленні причин инциденту и далейшим транспортаванні летального апарата. Протягиваем выпуск. Телерадиокомпания «Гомель» стала лауреатом другого фестивалю региональных телекомпаний Беларуси и России в образ часу. Дипломом третьей ступени означены сюжет, зроблены по час дзён Гомельской области в Москве. Для отримания узнагороды на сцену вышел Олег Сентеров. Фестиваль региональных телекомпаний Беларуси и России в образ часу проходит только в другий раз, а тому казать об наявности у его шматгадовых традиций покуль не приходится. Але и при этом только проглядом конкурсных работ программы не обмежевывается. По великим рахунку, это учеба за обменом думками и обмеркованием перспектив дальнейшего развития региональных электронных СМИ. Сярод организаторов фестивалю фонд Академии российского телебачения и Белорусское министерство информации при этом сёлета одночасово вырашили провести одразу два мероприемства. В образ часу проходил разом с международным фестивалем телевизионных фильмов «ТЭФИ Содружность» подчас круглого стола размова об тем, как знаходить цікавые темы и реализовывать задуманное на практике. И хоть финансовые махчимости у разных краинах не однольковые, головное потребование за все дня зменное. Кино повинно не только забавлять, але и повышать интеллектуальный уровень глядачов. Относится к как для документальных фильмов, так и телевизионных информационных сюжетов, которые называют документалистикой у миниатюры. Это то самое место, где происходит главное для зрителя. Это доверие, потому что у банков, у власти и у СМИ главный капитал все-таки доверие аудитории. Нет доверия, нет власти, нет банка, нет СМИ. И вот доверие, слово «документ», как бы оно априори тянет на то, что это что-то настоящее, документ это настоящий. Другий фестиваль региональных телекомпаний Беларуси и России – это 18 удельников и 46 работ. На их прогляд и обмеркование отвели некалькі годин. Перед початком церемонии узнагороджения организаторы подкресливают и ТЭФИ «Содружность», и в образ часу – это фестивали профессионалов журналистской супольности. Навод, коли некто не отримал ніякої узнагороды, и он все ровно выиграл. У речи встретиться с коллегами у таким формате отремливается нечасто. Сегодня у людей, которые разбросаны по странам, когда-то составлявшим некую империю, есть возможность посещать Белоруссию, Минск, общаться с замечательными людьми этой страны. Они абсолютно особенные, они действительно не похожи на нас, и это чувствуется только тогда, когда ты приезжаешь сюда. Телевидение – это часть культурного кода любой из наших стран. И 7-й фестиваль ТЭФИ, 2-й фестиваль «Образ времени» – это маленькие, но очень правильные шаги навстречу друг другу. Важно не прерывать это движение. Важно чувствовать логот друг друга. Сярод пераможцаў другого фестывалю региональных телекомпаний Беларуси и России в образ часу разом с журналистами белорусской Лиды и российского Екатеринбурга и телерадиокомпания «Гомель» диплом третьей ступени уручены за сюжет об белорусско-российских региональных отношениях. У вересні минулого года он был узняты подчас проведения у Москве дзён Гомельской области. Олег Сентеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» из Минска.
Вратавальники Гомельской области освоили новый вид социальной рекламы. С допомогой граффити супрацовники пожарной аварийно-вратавальной части номер 2 не только рассказали историю своей службы, але и поведомили шмат важной для кожного жихара информации. С автором панно сустрелися наши корреспонденты. Сегодня старший пожарный аварийно-вартовальной части номер 2 Юрий Лупиненко знов приступил до выполнения своих непосредных обовязков. У подразделениях Министерства по надзвичайных ситуациях он с 1994 года. За этот час и сам неодночи выезжал на боевые дежурства, и многих сослуживцев, которые вызначились при ликвидации надзвичайных ситуаций, так само добро ведая. Яны, до речи, и стали прототипами героев работы, якую можно умовно назвать историей Гомельской вартовальной службы. Я учитывал, что немножко занимаюсь военно-исторической реконструкцией, то детали там очень важны, они передают дух эпохи, дух времени, то есть и для понимающих людей это очень важно, именно детали передать. Там есть портретное сходство с главным героем этого сюжета, водитель наш Виктор Цупиков, который спас пассажиров с автобусом в морозный метельный день, когда они там съехали в кювет. То есть на пределе возможности машины он вытащил автобус, там все эти 50 человек аплодировали просто, да. Да, я его нарисовал. На такую работу вартовальнику, який, до речи, неколи выучился на мастака-оформителя, спотребилось около 10 дён. Что тычется фармов, то тут так само бюджетный вариант. Звычайные фасадные, трымаются долго и каштуют нешмат. На семи панно история аварийно-вартовальной части, якая по некоторых звездках основала еще до Кастрычницкой революции. Правда, тут первая выява – пожарный будинок, який был узведен у середине 30-х. Малявал Юрий Лупиненко по фотоздымках военных часов, а так само с натуры. Этот будинок, хоть и у крыху іншым выглядзе, захаваўся до нашага часу і знаходзіцца на сучаснай вуліцы Катоскага. Сярод іншых тэм пано выратавальнікі ў гады Вялікай айчыннай і падчас ліквідацыі наступстваў Чарнобыльскай аварыі. Знайшлося месца і для сацыяльнай рэкламы. МНС – дапамога побач. Гэта спасылка на аднайменны мабільны дадатак міністэрства з некалькімі старонкамі інфармацыі пра тое, як паводзіць сябе ў надзвычайных сітуацыях. Спасатели постоянно совершенствуют способы и методы доведения до населения информации о пожарной безопасности. И граффити является таким одним из способов, который в простой доступной форме рассказывает не только взрослым, но и детям о правилах пожарной безопасности, об истории пожарной службы. Олеся Сюрова, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадокомпания «Гомель». Гомельский державный цирк открыл новый сезон. Его первая программа «Триумфаторы рызыки» – саправды феричный проект с уделом лауреатов международных цирковых фестивалей. Наш корреспондент Вероника Ворошилина одной из первых убачила яскравое действо. Новое цирковое шоу «Триумфаторы рызыки» – это каскад невероятно смелых трюков. Поветренные гимнасты, которые лунают под куполом цирка, притягивают до себе погляды глядачов и примушают их сердце замирать. Незвычайно видовищный номер – несбалансованная дошка баллада про Осетию. И он выконывается на уникальном аппарате, где только полное взаимодействие и синхронность рухов акробатов позволяют ему триматься на тонкой перекладине. Уражаюць безумоўныя нумары з дрэсіраванымі жывёламі. Гарэзныя малпы, папугаі, сабакі і поні дэманструюць гледачам свае ўнікальныя ўменні і дораць ім вясёлы настрой. Падтрымліваюць бадзёры настрой гледачоў на працягу ўсяго прадстаўлення камічныя нумары клоуна. Стрымаць усмешку, гледзячы на яго рэпрызы, проста немагчыма. Таксама ў праграме выступленні жанглёраў, ілюзіённы атракцыён, арыгінальныя фігурныя элементы на велосипедах. Сярод самых эфектных і небяспечных нумароў – сустрэчныя арэлі, якія выконваюцца без страхоўкі, і гонкі на матацыклах на максімальнай хуткасці ўнутры металічнага сеткавага шара. Яскравые выступления лауреатов международных фестивалей и профессийная дрессура нового шоу створают незвычайную атмосферу с особливой энергетикой и дарят глядачам лепшие узоры циркового майстерства сусветного узровня. У нас очень рискованные номера все. У нас есть акробаты на качелях, у нас есть воздушные гимнасты на уникальных аппаратах, у нас есть уникальные мотоциклисты в самом маленьком шаре Европы, 4-метровом. Так что у нас есть что увидеть, мы ждем вас, приходите. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Гэта, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту вас пазнаёміць мой калега Максім Савін.